Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 40 на странице 18 рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте, укажите падеж имен прилагательных, выделите их окончание. Чистая отборная в нашем поле рожь, даже травку сорную в ней ты не найдешь. Чистая отборная рожь. Что? Рожь. Именительный падеж, значит, и чистая, и отборная тоже стоит в именительном падеже. Окончание «ая», «ая». Даже травку сорную, не найдешь, что? Травку винительный падеж, значит, и сорную также винительный падеж. Почерните грамматическую основу во втором предложении. Даже травку сорную в ней ты не найдешь. Сказуемо «ты». Подлежащее «ты» сказуемое не найдешь. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.